шутку, но ты нихуя не замечаешь. Да мне похуй, блядь. Авидеус. Да нахуй. Здоровое питание, где рыбное, где мясо рыбы, блядь, убирают. Новая методика. Под названием «Мы ебланы». Ой, блядь. Проценты набежали, бобя в парадке. Бля, вы чувствуете плохое начало? Обращайтесь по уставу. Жалко, этой активкой нельзя из магазина спиздить, да? Вот почему Ной — это страшная игра. Только что играл, сделал посох со случайными спылами, кастанул, игра зависла, винда выдала ошибку, а после системы начала проверять жесткий диск, а в целом норм. Да, только проблема не в игре. А в том, что у тебя компьютер, блядь, а точнее, скорее всего, система, блядь, на ладан дышит. Потому что ты ебло криворукая, нахуй, и просто, блядь, компьютер в помойку превратил обоссанную. А так нормально, да. Спасибо, чат, и вы будьте здоровы. И вы будьте здоровы. 30 месяцев дед внутри меня в биоаппаратке. Спасибо, Кладя, за тир 2. Блядь, какой отстой, нахуй, блядь. Не знаю, олд, я не пробовал. Бля, здесь нужны бомбы. Две. Блять. Даже три можно. Четыре нужны, блять. Нужна вереница бомб. Так, пойдемте купим ее, наверное. Только вопрос, где мы будем ее применять. Нужно как-то грамотно ее... Где бы нам разменяться? Ну, наверное, через сундук обычный, потому что есть шанс окупиться и забрать что-то. Блять, ясно. Очень хуёвый ран. Медленный и уёбищный ран, блять. Ну-ка. Блять, здесь еще все бы... Да, чат, блядь. Я чувствую, что я потенциально хочу проиграть этот ран. Я бы резетнул, блядь, но у нас ставка. Эх, не получилось проебать, блядь. Подсознательно у меня было... Было неимоверное желание. Пойдем через жертвоприношение, будем стараться сейчас что-нибудь высрать. Блядь, монетка. Ёбаный рот. Бля. Можешь из этих, я разрешаю. Спасибо большое, Артинский. Саб двач! Мур-мур-мур-мур! Я забыл, да, он же... Да, я забыл, да. Я забыл.
Я забыл чат просто. Визуальный обман произошел, да. Бывает, бывает, ничего страшного. 3-2-2. Не, я реально забыл, без шуток. Да-да, чат, правда-правда, да. Правда-правда. Да нет, серьезно, я специально не умирал, если что. Блять, говно ёбаное нахуй. Ну ладно, может быть мы за счет него раскастуемся как-то. Хорошо, что не всадник. А то опять эта параша, блять, орбитальная бы попалась. Казалось бы, да, блядь? Ёбаный, сука, душный босс. Ну за что, блядь? За что, нахуй? Вот объясните мне. Да, ловец снова заебись для планетариума, но у нас денег нет. Ни для чего, бля. А, блять, я забыл, надо было войдом сожрать, сука, да. Блять, я совсем забыл чат. Надо не забывать. Да, блять, я Росита как его. Ну вы поняли. Давай. Это забираем. Это забираем. Блядь, ёбаный рот. Да, простите. Простите, это не то, что нам нужно. Вы бы могли бы обрадоваться, но это не то, блядь. Это почти, но это не то. Но мы возьмем его. С ним мы хотя бы побыстрее, блядь, будем говном справляться. С боссами, например. Это почти, ребят. Мяу. Найс хотел танкануть, блядь. И пиздануть. Ой, ебать, ну ты мразь.
Ну что ж. Не за что, ребята. Наслаждайтесь коинами. Заберем. Ебать, стример пиздец. Ребята, блять, а вы что хотите, постоянно выигрывать, ебанаты, блять? В этом-то весь и прикол. Что вы не знаете, что произойдет, понимаете? Все случайность. Где-то я не доглядел, где-то не повезло, где-то еще что-то. В этом-то, блять, вся и прелесть, понимаете, ставок. В этом вся и прелесть. Если бы всегда все было понятно, то какая нахуй, какой интерес вообще делать что-то? Где-то стримеры подкопили. Нет. Как и договаривались. Спасибо, для вправки. Сколько уже против меня поставили процентов, чат? Ты лажать начинаешь, когда УГ старт? Нет, нихуя. Это, блядь, ты что думаешь, что первый УГ старт? И, господи, чувак. Просто еще устаешь, блядь, невнимательный становишься и... От настроения еще зависит, как играешь, пиздец. Когда у меня хорошее настроение, типа, я... Сейчас оно у меня... такое себе. Так. Ну ладно, давай. Сразу тогда. Так. Не знаю, продавать соулы или не продавать соулы. За проигрыш больше, чем в два раза больше человека. Блять, кто-нибудь нахуй выкиньте этого ебаната, блять, и просто напишет. Пусть кто-нибудь один напишет, сколько, блять, процентов поставили против меня. Все. Но у меня, конечно, есть еще Сан. Я могу, типа, слить ее ради этого. Пойдем. То есть еще 4. Предмет делает. Это что-то новенькое, чат. А, я вижу, он дает еще контейнер сверху. Окей. Он дает увеличение скорости атаки и святое сердце. Прощает заход в комнату дьявола и тирсап, но еще и белое сердце. Скорость позволяет появляться в комнате ангела, даже если до этого была выбрана... А, все, прикольно, кстати. Прикольно. Так, ну... Давай зайдем сюда тогда. Ясно.
Так, две бомбы. Нихуя не окупилось. Я делал это ради половинки хп, но подумал еще совокупно, может быть, деньги форманил, но... Но нет. Блять, поцелуй-то работать будет, блять, или нет, а? Гляди, поцелуй сработал. Блять, нет, не тот. Спасибо, конечно, большое, но не тот. Губки дико понерфили. Да я уже понял. Я уже вижу, блять. Понерфили прям, на самом деле, прям пиздец, я бы даже сказал. Чё, бля? Гуляем! Но это тогда на этих, ребята. Блять, ебать. Конечно. Даже не стал есть. Ой, блять. Ноль семьдесят, чат. Ноль семьдесят. Ноль, блядь, семьдесят. Он же специально сливает, посмотрите, нет. Ебать, муху убивают тысячи лет. Не стыдись, чат, все будет в порядке рано или поздно. Бля, губы вообще не работают. Хуйня. Хуйня не предмет стал, конечно. Прям хуйня вообще. Прям вот предмет говна стал, пиздец. Бля, если бы я знал, насколько они станут хуже. Нам-нам-нам. Эй, посмотрите, Моша, что ты кушаешь. Ты что, не видишь? А что это? Это контент Сергея Хелье со стрима. Охуенно, бля. Большое спасибо за ноза, за 250. Враги, убитые ядом, не оставляют после себя черный сердец. Урон прикосновением все еще может создать черный сердец. Ой, бля. Ну это вообще забей тогда. Это вообще забей тогда. Ебать, помоечный предмет. Ну только теперь в комбинировании прям каком-то жестком. Мдямс. Так, не будем пока проебывать. Нам нужно искать теперь модификаторы. Сейчас любой модификатор, который мы получим, мы сейчас нормально себя будем чувствовать с ним.
Пока, конечно, мы живем на этом уровне, но... Ой, ебать, это будет долго. Заберем. Вот он. Его-то мы и ждали. Слабовато, конечно, но... Лучше, чем было. Ну что, чат? Уже не так плохо, да? Так, солнце. Wheel of Fortune. Вообще, не рассчитывал, конечно, я, что как-то получше окупится, но хотя бы так. Куча хп. Ой, контейнер упал. Неплохо. Лучше, чем было, но все равно слабо. Бля, какая же тонна говна. Мы ничего нормального не можем вытащить. Не будем скрывать здесь секретки. Пойдемте. В теории, если что-то выпадет, потенциала нет на использование ресурсов. Чё, пробел не используешь? Ой, блядь, забыл, ебать, блядь, опять. Да я уже просто по инерции, чат, пизда. Да. Блядь, опять забыл, сука. Ну ладно. Дед опять забыл. Thank you.
Что-то я забыл. Я помню, но забыл. Чат, напомните. Сио, это можешь, ну... Ути, мне нахуй твой совет пробери, не нужен. Пошел нахуй, блядь. Мне нужно конкретно, блядь... Кости, которые делятся на три кости попадания любой поверхности. Малые кости наносят половинчатый урон. Понятно. Окей. О, да-да, заебись. Пизда экрану. Да хорош. Но даже так, вроде бы дохуя, блять, но понимаете, все равно слабо, пиздец, конечно. Но лучше, чем нихуя. А еще нихуя не видно. И уворачиваться, блядь, тяжело. Так, там монетка упала. А, понял. Хорош. Ой, блядь, поехали, да, наверное, еще. Раз. Два. Три. Четыре. У нас, если что, есть с вами этот. Солнце. Ну-ка. Берем. Сейчас битрейта не поддать, учитывая атаку. Норм, хватает. Смотрю, 160, все идеально. Замечательно. Ну, здесь, конечно, мы пиздиться не... Хотя мы можем здесь-то попиздиться. Просто применим здесь это, да, сразу же. Чтобы не сдохнуть. Все равно придется применять ее. Бля, да ладно. Съедаем. Все, пошли. Количество ачивок в Айзеке охуеть. Ну да, их много.
Так, к мега-сатане. мы пройдем уже. Теперь давай его. Еще солнце. Супер. Заберем контейнер. Заберем. Понятно. Нихуя не видно. Бля, если он сейчас выстрелит, я, блядь, даже не увижу. Скидочка. Сергей, что этот ключ, который ты собрал, открывает дверь к боссу Мега-Сатана? Ну ты... Ты увидишь. Если я не сдохну, конечно, по угару как-нибудь. Ой. Случайно. Нам, конечно, еще жертвоприношение бы найти. С нашими ресурсами мы изи. Изи, конечно, вытащим. Poison shot. Еще. Контейнер. Оставляем пока. Главное не забыть его забрать. Range up. Большое спасибо, Катлер, за 9 месяцев. Уже почти год, считай. Тебе должно быть стыдно. Блять, еще контейнер. Что, где он? А, его нет, господи. Так, пока нет. Ща. Блять. Ну чего, давайте просто превратим это в статы. Плюс удача, нормально, да. Понятно. Хотел найти получить урона, блядь, получил все равно. Получили плюс удачи, это крайне важно для нас. Учитывая модификаторы и прочее. Понятно. Давай. Монетка. Ну, один ключ мы вернули, да? Ой. Не хотел на самом деле, но... Хуйня.
Так, здесь может быть обычная? Нет. Так. Блять, хард-рум. Это же у нас модификатор, правильно? Блять, найс. А, блять, да, модификатор, но... Нет, вернее, это не модификатор, это... Блять, это хуйня ебаная. Нет, 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 это говно. Блять, она нас еще и коцает. Пизда, конечно. Вот как в этой хуйне увидеть его красные, блядь, слезы? Я вообще не вижу, что меня коцнуло. Ну, наконец-то, блядь. Как интересно он будет сейчас играть с ним. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим чат. Либо это руина, либо заебись. Своим молоком я это не брал. Ясно, это пизда, блядь. Это пизда, ГГ. Да. Да, он будет играть, блядь, от этого. Ну, нормально, чё, проебали. Еще и со стеклом. Проебочка, ребятки, проебочка. Не, ну он играет. Не, ну он все-таки, конечно. Не-не-не, он нормально. Не-не, все в порядке. Не-не, отбой, 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 отбой. Хуйня, конечно, но... Не, хуйня, 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 да. Хуйня. Модификатор на нем работает, но, конечно, это плохо. Плохо то, что я не могу его зарядить нормально. То есть, не могу выверить заряд нужный мне. Ну, естественно, никаких, никаких хаши и прочей хуйни. Блять, пиздец. Мадас, блять. Вот самая большая проблема, что я не могу просто-напросто измерять, ну, насколько мне кинуть его. Это самый большой трабл. Мы еще, конечно, можем вырулить, найдя подходящий предмет. Но что-то мне подсказывает, что... Что-то мне подсказывает, что нихуя. Блять, бэт-трип. Пол хп было. Понятно. Ребята, 1-10, блять. Один десять, алё, всё. Видали, как понеслось сразу, еба, вот так вот, чат.
Охуенно. Спасибо. А, ебать, что тут было еще, оказывается. Давай через солнце. Так, ну тут нам, конечно, мы могли бы, но... Библия, конечно, было бы клёво сразу, но ладно, хуй с ним, пойдемте. Блядь, деньги ёбаные. Ёбаные бабки, которые нам не нужны. Бля, у нас еще самон тут, как назло. Модификатор самона у нее. Ебать, да. Что изи, блядь? Что изи, блядь? Мертвый чат, нахуй. И не такую хуйню, блядь, вытаскивали. Так что все нормально. Нихуя еще не изи. Ой, блядь. Моя кровь, которая вот сочится, она подвинула, блядь. Блядь, нормально даже не взорвешь нихуя, да. Просто пиздец. Ебать, это стекло такое говно, блядь. Это просто пиздец. Как оно руинит, я в ахуе. Как оно, блядь, руинит. Я ебал. Вот реально, предмет говна. Нахуй они вообще в Айзеке, блядь, эти предметы есть такие. Такое говно. Эх. Понятно. Отличная секретка. Чё, пойдемте, да? Или поисследуем? Хотя что мы там хотим найти? Ну, типа, еще одни шипы. Что нам там искать?
Так, теперь, по крайней мере, без проклятий. Включи чел музыку? Нет, чат не включу, потому что вы, блядь, мертвые нахуй. Мертвым людям музыка не нужна. Это я хорошо сказал, ты. Так, bad trip, ну. Если сейчас найдем же это... А, ну, нет, не найдем. Почему Tabs забросил? Я в него, блядь, и не играл, нахуй. Я записал какие-то видосы, господи, для ёбаного летсплей канала, и все, блядь. Это не значит, что я прям эту игру ебашу, прям еще что-то. Просто посмотрел и все, господи. Почему, блядь, забросил Tabs? Потому что хуйня, блядь, ёб твою мать, поэтому и забросил. Ёбаные дети. Гон. Ну, как бы, вот так. Вау! Скорость атаки. Да. Ну, это полная хуйня, вот то, что мы сейчас взяли, нам не нужен, но... Потрясающая, блядь, комната. Просто невероятно, блядь. Невероятно. Невероятно. Ну, давай. Че, удачи 2, нормально. Ролим ХП. Не хочу карту отдавать. Чего? А, понятно. Осуди, мы забанили, это самое лучшее осуждение. Если мы его забанили, значит, ему здесь не место. Все. Говно вопрос. Ну, за дело. Заходит как-то Айзек в магазин. Можно мне нож, пожалуйста? С вас 3.50. Но у меня только 1.10. Хорошо, тогда вот вам соевый аналог из Китая.
Бля, шутишь, как мой батя просто, бля, пиздец. А батя у меня мертвый. Ну ты понял, насколько это плохо. Ладно, чат. The sun. Ай, блядь. Ебать. А если я сажу та... А если я сожру таблетку этой хуйней? Он активирует таблетку, да? Она сразу заюзается? Понятно. Блять, это стекло, это, конечно, пиздец, блять. Никогда не берите это уёбище. Это просто пизда. Это айтем руина. Блядь, это реально, это один, сука, из худших предметов, которые я, блядь, видел в Айзеке, без шуток. Прям очень, он очень плохой. Это нереально лютое говно. Бесполезное, блядь, и дико руинищее. Блядь, опять. О! Даже Соя... Да. Чего, даже Соя менее ситуативная? Наоборот. Ну-ка. А, понятно. Я посмотрел первые сообщения этого чувака. А, ну вон... Охуеть. А, перманентно его надо забанить, этого чувака. А не на это. Перманентно. Перманентно. Вот это тот же самый, который сейчас спамил. Блять, очень странно. Интересно, блять. Я его, мать, выебал до того, как она умерла, или уже после? Что у него так жопа, блять, буянит. Да, очень-очень забавно. Забрали. Так. Лак не получим, да, лакипение. Бля, скорее бы на самом деле тран закончить, он прям максимально хуёвый, максимально скучный, блять, максимально уебанский. Ты же не графил, так что после, резонно. Хуевато, хуевато.
Че, чат, какие ваши прогнозы? Проебем в итоге или нет? Я имею в виду не на сердце, а вообще. Нет. Ну вы ебать уверенные. Как же... Нет! Блять, сука, ёбаная нахуй, блять. Блять, вообще уже не хочу играть, честно говоря. Тратить на это время. И я не могу засчитать проигрыш. Нихуя. И проигрыш я тоже не могу засчитать. Нет, за проёб это нельзя засчитать, потому что я не проебал нихуя, блять. Значит, ставка переносится просто на следующий этот. Ну, потому что тут, блять... Такая хуйня, блядь, вышла. Сарямба. Да. А что отменять? Вы ставили не на этот ран, если держу в курсе, блядь, просто нахуй. Не-не-не-не-не, подождите, блядь. Долбоёбы, которые теперь хотят отмены. Вы ставили не на соевое молоко, блядь. И так далее. И не на ножик. Потому что когда вы ставили... Ни того и ни другого не было! Ага, блядь! Так что не пиздите, блядь, а? Бля, чувак такой странный, реально, да, пиздец. Который регает аккаунты постоянно. Ебать, да. Ебать, блядь, такой опущенный, блядь, пиздец. Заходи уже за оригинальный аккаунт, чувак. Мы же знаем, что ты здесь сидишь на стримах. Я тебя сейчас отхуесосил знатно, потому что ты уебище, блядь. Опущенное, которое ничего не может сделать даже здесь на Твиче. И ты сейчас начал регать аккаунты, потому что боишься бана своего настоящего аккаунта. Потому что ты обычный объебос, блядь, и подстилка, который даже после того, как я тебя опустил, блядь, будешь меня смотреть и сосать мой хуй. Ну да, в остальном, как бы, да. Поэтому ты боишься, блядь, что твои оригинальные аккаунты ведут в бан, блядь, и регаешь для этого фейковые нахуй. А так можешь продолжать, конечно. Так. Блять. Блять. Давай. Замечательно, ебать. Супер. Это Evil Scorpion, он фасок. В
Блять, Аполлиан, наверное, второй по уёбищности персонаж после Магдалены. Причем я даже не знаю, кто из них более уёбищный. Бля, знаете, что мы сделаем? Короче, мы делаем вот так, потому что я за него заебался. Он прям хуёвый. Я сейчас на рестартах. Нет, потому что времени меня прям усыпляют эти раны. Поэтому сейчас быстро пройдем и все. Сейчас глянем и пару комнат и все. И рано, либо рестарт. Плюс 20к, ставка была отменена, держу в курсе. Если что. А, типа тебе вернулось 20к. Я понял. И спать? Блять, на самом деле я сейчас такой уставший, и что-то я заебанный, блять. Я, наверное, завтра стримить не буду, чат. Завтра у нас что? Среда, блядь? Завтра что-то вообще не хочу стримить. Я прям очень, очень что-то уставший. Я думаю, что сегодняшняя подруга была ошибкой. Я уже заебался. Я вообще бы себе по-хорошему неделю бы взял отдыха от стримов. И не делал бы нихуя. Чем-нибудь бы занялся, не знаю. На велике бы катался, еще что-то. Потому что я уже, типа, супер прям утомлен стримами. Я супер-супер устал. Вот. Я даже сейчас Айзека играю, как бы на отъебись практически. Не сказать, что особое желание есть. Так, жираем. 2 хп тут. Контейнер там. Ну, пойдем побьемся. Так, оно еще, наверное, в магазине есть, да? Раз. Два. Так. Может, ты будешь делать что-то другое? Я ничего не буду делать. Я и так заебался. Я каждый день что-то делаю, ребята. Меня все очень сильно утомляет. У меня реально супер мало времени, блять, вот на самого себя, банально. Я схожу в зал, там, блядь, после зала стрим, до стрима, там, блядь, надо еще видосы записать. Еще, короче, я не хочу ничего делать. Я вообще просто хочу... Просто хочу отдохнуть. Не записывать видос, ничего не хочу делать. Я просто хочу ничего... Вот просто, блядь, пойти отдохнуть. Не заниматься ничем. Так, давай проверим. Бля. Ебать, я надеялся на хардрум на самом деле. Че, пойдем еще раз, два раза стукнемся, да? Тогда. Не, надо правда уже отдохнуть. Так, сейчас у нас будет... блядь, нам нужно еще 2 хита где-то нарыть. Еще где-то нужно рыть 2 хита. Бля, сосать.
Сосать. Два хита нет. Потому что он уже прокачан, матрёночка, давным-давно. У меня еще комната бомжатская. Ну, это я уже брать не буду. Мы уже знаем, что это лютое говно. Поэтому будем ее есть. Бля, сколько время? Бля, можешь пойти? Хотя сейчас, наверное, даже на велике не покатаешься в такое время. Там тем более дождик, всякая хуйня. Что? Кому бан? Ну-ка. Дворецкий Себас, я прекрасно знаю, что ты не страну, блядь, решил постануть, а слово. Еще раз такое будет, улетишь в бан. Запомни, здесь на стриме только один идиот, и это ты. Других идиотов нет. Контейнер берем. Ну, это оставляем. Ой, бля. Ну ладно. По-другому не возьмешь там, увы. Да, чё-то отдохну. Просто, знаете, хочется еще, чтобы отдых прошел. Ну, типа, блядь. Не знаю, как-нибудь. Ну вот прям. Хотя я вот, хотя хуй даже знает, как бы отдохнешь, так не отдохнешь. Хочется, чтобы просто, блядь, отдых прошел типа нормально, но, блядь, часто отдых нихуя нормально не проходит. Типа ты вроде бы отдыхаешь, а по факту нихуя. Я к тому, что, понимаете, о чем я? Сука, еще один нелюдь. Деда, бери себе недельку отдыха. Не надо себя загонять, отдыхай, деда, это дед, 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 отдыхай, деда, это дед отдыха. Это дед отдыха, спасибо большое. На шашлыки? Ой, блядь, чувак. Ты знаешь, вот мне на самом деле не с кем, и не особо как бы и хочется с кем-то даже. Вот так вот скажу. Спасибо, Евген. Ну, с Полиной вдвоем на шашлыки, ну, можно... Берешь ты такой хотя... неделю отдыха, а потом на два, ой, три день уже не хочется, пло-о. Кстати говоря, я знаю, как я хочу отдохнуть. Ну, я хочу... Нужно купить шашлыков, снять какой-нибудь домик в лесу, блядь, охуенный, который специально подготовлен для того, чтобы там чилить и жить какое-то время. Знаете, такие, как домики бунгало, которые все из стекла состоят, условно говоря. И внутри них печки еще есть. Они сдаются там на несколько дней, каждый там, на 2, 3, 4 дня люди туда заезжают, ну, какой кратковременный. Взять шашлыков, еще что-то, и там чисто почилить, поесть шашлычки, еще что-то. Вот это, да, я бы хотел так отдохнуть, серьезно. Я бы хотел, вот так бы я бы хотел отдохнуть, да. Да, да, это было бы прям, блять, пиздец. А, давайте съедим его. Точно. Вот, это было бы прям охуенно.
К сожалению, генератора тут нет. Да. Ну ладно, поцелуй возьмем, хотя бы поясом там будет. Лучше, чем брать эту, правильно? Хотя бы. Не-не, это прям вы хорошо... Это на самом деле, вот вы шашлыками, чат, вы охуенно мне направление... Надо обязательно этим заняться. Вы красавчики в этом плане, молодцы. Да-да-да, вы мне прямо это, ассоциативным рядом меня... Это будет хороший такой, мне нормальный. Ну, не на неделю, а вот на несколько дней я бы отдохнул даже. Лес плюс апрель равно клещи. Ну я ж по лесу там прям ходить не собираюсь и... Ну хотя да, надо посмотреть сезон, когда клещей. Блять, да. Надо на сезон клещей желательно, конечно, ебашить. Хотя, с другой стороны... Ой, блять, намазаться какой-нибудь хуйнёй от клещей. Есть какая-нибудь хуйня антиклещевая, блядь, чтобы клещ, сука, такой, фу, бля, такой, хочешь этого человека? Бля, фу, бля, нет, фу, бля, он невкусный, бля. Есть, да? Вроде есть, ну, вот, короче говоря, надо. Одежда называется? А, блядь, чувак, сразу понятно. В лесу-то кто-то, блядь, мало был. Одежду, говорит, блядь. Ну-на-на-на. Только если, блядь, скафандр. Чат. А если я их все съем, они будут все работать, блядь? Разом. Да? Бля, кстати, надо было книгу-то активировать, я забыл. Ну и здесь, блядь, надо. И здесь надо сожрать. Хотя тогда будет полная хуйня. Жрать, на самом деле, его не надо. Он только наруинит мне. О-ля-ля, нихуя себе, pay to win. И знаете, может быть, взять еще с собой какую-нибудь настолочку, блядь. На двоих. Монополию? Не, монополия на двоих это, чувак. Монополия на двоих это, ну, не самая интересная игра, блядь, я скажу. Давай, пожалуйста. Хорош, прям как надо. Отлично. Да, монополия на двоих это, конечно, сильно, но нет. Твистер? Нет, блядь, что-нибудь такое более спокойное и веселое. Ну, есть же на двоих разные игры. Они же есть, да, блядь? Давай, что тут? О, я знал, у меня чуйка была. Изи. Домино, блядь. Вся суть пасты была в том, чтобы она была тут же удалили модерами, а затем ее бы увидел только ты. Видимо, модеры сегодня спят. В любом случае, приношу свои извинения и асу, сказанное мной. Вся суть заключается в том, что ты опущенный дегенерат, блядь. И еще раз такое будет, тебя модеры забанят перманентно. Все, что я хочу тебе сказать.
вся суть модеры, охуенно придумывал. Хуйни на вентилятор, ебанат. Просто надо себя вести, блядь, как нормальный человек, блядь, а не как долбоёб, блядь, 12-летний, которому лишь бы слово сказать то, которое запрещено, блядь. Потому что в жопе свербит, блядь. Так, поехали. Ой, блядь, уёбище ебаное. Походу, донатера встретил я на боссе. Черные сердца же? Черные сердца же что? Что черные сердца? Full health. Не, правда, кстати, я не понимаю, что черные сердца? Ну, они есть, ну, да. Ну, то самое, блядь. Чат, во, блядь, давайте вот что о чем поговорим. Давайте, вы не разговорчивы, я буду с вами разговаривать. Хорошо. А, посоветуйте мне посмотреть какой-нибудь реально интересный фильм. Я понимаю, что вопрос дебильный, потому что интересно, блядь, у всех, ну, у всех, сука, разные вкусы. А, но вот тот, который... Короче, блядь, не знаю, ну, вот да, вот просто интересный фильм. Я не знаю, что еще сказать. А, только, погодите, не спамьте, постойте. Только не, ребята, не боевик, блядь. А, можно триллер, можно ужасы, можно драму, фантастику какую-то, блядь, да? Но фантастику, фантастику. Ну, короче, вот что-нибудь интересное. Вот я недавно посмотрел Бёрдмана. Кстати, советую всем посмотреть Бёрдмана, охуенное кино. Только не смотрите в компании. Ну, максимум там с кем-то одним, каким с кем-то нормальным можете. В большой компании не смотрите, отвлекать будет пиздец. И, короче, могу посоветовать. Бёрдман, правда, очень хорошее кино. Интерстеллар, ребят, игра разума, давайте только без супер-попсы, я прошу. Ну, без супер-попсы, окей? То есть вот эти вот, ну, вы же понимаете, что Интерстеллар, вот это вот разума, это мы все, блядь, это... Мы все нахуй это, блядь, все это смотрели. Вы же понимаете, да? Зодиак. Ну, Зодиак, конечно, мы тоже смотрели. Ребят, я говорю, прямо не супер, не культовое кино. Не культовое кино, что видели все, блядь, по 15 раз. Не культовое кино. Ты прав. Я сглупил. Только не держи зла. Я... Вот, кстати, годный триллер. Аннигиляция. Немного психоделичный, но крайне атмосферный фильм. Я записываю, окей. Чувак, ты тоже на меня зла не держи, но ты понял, да, что как это все выглядит? Аннигиляция. Просто, ну... Как бы, зачем, как бы, смысл этого делать? Зеленая книга смотрел, да, хороший фильм. Так, аннигиляцию я записал. Я просто не помню по названию, смотрел я это кино или нет. Ничего хорошего в отеле Эль... А что это за фильм? Ну, про что он? Название просто, так сказать, не слишком бросающееся... Не слишком броское, вот. Трансформеры 8, смешно. Про дерьмовый отель. Фильм «Фантастика. Европа». Чай-чай.
нам бы на самом деле вскрыть секретку. Ладно, ща. Ебать, блядь. Ща, чатик, секунду. Бля! Боже, какой пиздец. Какой же... как же мне не везет? Блять, тут не может быть. Ебать, я ошибок понаделал. Ладно, похуй. Проебываем. Я делаю ставку именно на... Я, блядь, не понимаю, чё за прикол? Я, блядь, чат, не понимаю, что за какой-то рофл ёбаный, я хуй пойми. Ну, это прям какой-то бред просто. Американский астронавт — это мюзикл. В пизду мюзиклы не люблю. Харисты? А, что за... Про что харисты? Расскажи, пожалуйста. Ну, вкратце, мне не нужно прям... Блять. В чем суть, короче? В чем жанр? Планета Капекс. Блять, чуваки. Гопа ранов сабновы. Разбавить душноту. Ну, можно, кстати, сделать ран в обнове за одного из персонажей. Кто подложил мне эту крылатую свинью? Привет, Сережа. Привет. Посоветую фильм «Оружейный барон». Это фильм про человека, который поднялся из самого дна до верхушки этого бизнеса. Интересная вымышленная история жанра драма / криминал / военный. Так, 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 это интересно звучит на самом деле. Как называется «Оружейный барон»? Да, вот такое я тоже, да, интересно, интересно. Домашний... Ребят, давайте так. Давайте, когда вы будете писать название фильма, вы будете кратко говорить, о чем фильм. Кратко. Жанр и кратко, вот, ну, чтобы было лучше. Просто нихуя непонятно. А название, как бы, очень много времени тратим на то, что, типа, я спрашиваю, чё, куда, что, нахуя, блядь, и так далее. Просто апгрейд смотрел, да, мне понравился. Вот, как, немножко просто, блядь, о чем хотя бы. Достать ножи, мы, я смотрел, ребят.
Достать ножи я смотрел. Блять. Игру Эндера, конечно, смотрел. Охуенный, кстати, блять, фильм. Мне очень понравился. Как жалко, что нет продолжения. Пиздец, блять. Там можно было бы так интересно... Бля, просто пиздец. Он ж по книге сделан. Блять, охуенно. Или там у книги продолжения не было, что ли, я не помню. Блять, в чем проблема была. Сейчас, чатик, вы пишете там наверняка. Сейчас я прочитаю просто. Ну, вы видите, короче, сейчас я убью этих. Тело Христово, заследитель Дэниел. Бля, нет, ребят, не надо копировать от своих. Можете про себя, блядь, буквально пару строк. Вы начали копировать описание с Кинопоиска. Ёбаный хуй. Чат, бля, я заебусь это читать. Просто вкратце, типа, мужик пытается найти свою любовь, там, блядь, фильм романтика. Там, и что, понимаете, о чем? Просто вот вкратце, блядь, в чем завязка сюжета. А вы копируете описание из Кинопоиска и делаете все это еще сложнее. Прям супер в двух словах, типа, вот, вот как донатор сделал. Оружейный барон. Про чувака, который пробивается с самых низов в этом бизнесе, блядь. Все нахуй, блядь. Драма. Драма-криминал. Все, блядь. Заебись. И все понятно сразу. Типа, о чем идет, о чем будет фильм. Типа, все сразу ясно. Блять, не заметил, как эта хуйня высралась оттуда. Классик триллера. Дитя тьмы семья. Берет ребенка из приюта. Иначе. Проблемы. Отчим. Мать. Не моя. Начинает мутить с подоз. Чликом. Улики. Смесь детектива и триллера. Необычен. Подход к подаче... Улики, смесь детектива и триллер, необычный подход подачи сюжета. Ну, я, конечно, запишу на всякий пожарный. Улики. Ой, блядь. Ой, блядь. Улики. Отчим. Ну, такое, не очень интересно что-то. Дитя тьмы. Ну, блядь, дитя тьмы, что-то как-то пиздец. Клишированная-переклишированная хуйня по описанию. Я чувствую изменения в магии мира. Прям, прям совсем. Закатать в асфальт с Мелом Гибсоном. Это фильм про двух отставных копов, у которых нет ни денег, ни работы, и они решают попробовать воспользоваться преступным миром для решения своих проблем. Ну, кстати, может быть. На всякий случай, давай. Окей. Может быть, будет интересно. Так. Секреточки бедные.
Хех. Нахуй. Твои, мои, наши комедии. Ой, а, да, кстати, я хотел сказать еще. Комедии не надо советовать. Жанр для ебланов. Простите, не хочу никого обидеть. Раньше в детстве любил комедии, потому что был супер тупым. И было ебать, типа, забавно. Гы-гы, нахуй. А потом что-то, блядь... Реально, блядь, я понял, что такая хуйня она. Да что, да, не обижайтесь, чё, чат? Так. Поэтому комедии лучше мне не советовать. Это я хорошо реализовал, так. Харисты, драма про сирот, не мюзикл. Их ни во что не ставит директор, считая, что их можно воспитывать только твердой рукой. Но приезжает учитель музыки, который рассказывает талант детей, меняя при этом все. Ой, не, нахуй. Я понял, что за фильм, но уверен, что он неплохой, но не мое просто. Про мужика, который раскрывает там детей, блядь. Вот это все. Вот это разыгровочка. Твич еблан мой донат проверяет. Визит, ужастик, не очень известен, но реально жуткий с необыч поворотами сюжета. Внуки приехали погостить к деду и бабке. Стрингер, репортер-фрилансер, который действует любыми путями, дабы добиться своих целей. Ага. Ну, кстати говоря, блять, по-моему, я его смотрел. Ну, на всякий случай запишу. Дьявол в деталях. Триллер-детектив типа Зодиака, но полегче. 2021 года. С Рами Мальком. Дензелем Вашингтоном, солистом. Забыл, как его зовут. Ты заебал, я душу. Дьявол в деталях. Дьявол в деталях. Тоже вроде бы, да, хорошо. Ой. Дьявол в деталях. Так, окей. Что-то, кстати говоря, я слышал про этот фильм. Только не помню, что я про него слышал. Надеюсь, что я не слышал про него, что он говно ебан. Так, это дурак. У тебя часом водки, нет? Давайте. Клаустрофобы фильма «Люди», которым предложили пройти квест-комнату и получить денежную награду. Казалось бы, легкие деньги. Но чем дальше развивается сюжет, тем меньше шансов выжить. Вау, клаустрофобы. Так, тоже интересно звучит. Окей. Ну, блять.
Библию мы, конечно, брать не будем. Хотя, может быть, сожрем ее, не знаю. Нужно нам жрать Библию? Наверное, нахуй нет. Наверное, нет. Блять, найс, нахуй она отлетела, мразь. Ого! Это интересно. Блять, может быть, ее забрать? Сожрать ее, может быть, лол. Короче, тут надо хитрую штуку провернуть. Смотрите. Взять Библию. А та штука нам понадобится. Поставить, блядь, вот так вот. Сюда. Вот так вот. Так. Так. Вот так сделаем, блядь. Хуйня. Хуйня. Хуйня, блядь. Хуйня. Блядь, да давай нормальная, алло. Защита, давай возьму, ладно. Давай, давай. Потому что мало ли там вообще хуйня наролится. А нам не помешает защита, на самом деле. На всякий пожарный. Ой. Нам защита не помешает. Так, взрываем. Так. Эту карту пока оставляем тут. Хоп. Ну чё, камбэк, камбэк. Сейчас, я прочитаю ваше сообщение. Сейчас, ну, вы поняли, да, здесь сейчас закончу на этаже. Размер молота не имеет значения. Блин. Главное умение попасть по шляпке. Область тьмы, жанр фантастика / триллер. Фильм про чела, которому не везло до того момента, пока он не встретил типа, который дал ему таблетку, дающую мозгу 100%, и после этого начинается череда событий. Что-то знакомое областям. По-моему, я смотрел этот фильм. И по описанию очень знакомый. Да, ну спасибо за рекомендацию. Range up. Так, вроде бы все, да, чат? Можно идти пиздиться.
Да, не будем брать эту хуйню. Так, нет ничего. Так. Судья драмы с Дауни-младшим в главной роли. Про адвокат, который вернулся в родной город на похороны матери и вынужден задержаться из-за того, что отца судью обвиняют в том, что он велосипедиста. Ну, типа, окей. Ну, не сказать, что я прям заинтересовался. Бля, минус контейнер, кстати. Жанр ужаса, трейлер, фильм, затаившиеся люди, постапокалипсисе живут в бункере. Ой, не, в пизду. Постапокалипсис, блядь, вообще не интересно. Так. Супер кучка ХП. Так, феромоны Имперер. Домашняя работа. Драма про парня, который был изгоем, ни с кем не общался, ни с кем не... И с ним начала дружить девка. Оторва. Таскала его по... Ой, в пизду тоже. Больше похож на какой-то подростковый фильм. Ебать, вы все кино заспамили. Весь чат в кино. Давайте все равно плодим их. Контейнеры, я имею в виду. Тем более сетик плюс. Помни! Про мужика с амнезией, который каждые 15 минут забывает, что было. Хочет найти убийцу жены, о чем напоминает ему тату. А, блять, это очень старый фильм, по-моему. Если я про... Если это где он еще в зеркало посмотрел... Бля, я помню, короче, этот фильм. Он очень старый, чувак. Ты че, его, блять, наверное, все смотрели. Ну, все, кроме поколения пиздюков, возможно. Которые живут, блять, на этом свете лет 15. Может быть, они не смотрели. Фул ХП. Ну, короче, я знаю этот фильм. Привет, с
стример, привет, Чач. Привет, Барый. Здорово. Здорово. Ну, мне это описание, чувак, не как бы, понимаешь, оно меня не батит к просмотру, блядь. У Нолана есть старый фильм. Мне вообще похуй, какие у него старые фильмы есть. Абсолютно поебать. Я не тот человек, который смотрит все, что связано с этим режиссером. Преисподняя, жесткий триллер. Про девушку. Всю жизнь. Бегающую от бати пастыря сектанта, который растил ее для своего гарема. Хорошая игра знаменит. Актеров. Блять, я вроде бы смотрел. Давай, ладно, мне уже второй раз говорят. Я. Окей, я еще раз. Но вроде бы я смотрел этот фильм. Мне нужно увидеть визуально некоторые кадры, чтобы я. Ну, вы поняли. Вспомнил. Так. Пойдемте. Excited, блять. Копперфилд, 10, замкнутый триллер про бабу, которая заперт в бункере мужик, якобы это пока... Пизду хуйня.